Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в Dota 2, и это гайд на Bloodseeker. У нас что-то с ним не так, как видите. Иду я, конечно, через лес, и у меня такая стратегия: качаться через два Ирнталон и топорик. Самое главное забрать сейчас руну, чтобы нам хватило на топорик. Надеюсь, что нас не будут гангать лесу. Ну и команда, надеюсь, хорошая тоже. Посмотрим закуп. Ну, вроде не знаю пока. Понятно. Увидим в игре. 切开你的动脉。 Нам сейчас не дали руну. Спасибо мистеру Спектре. Ну, мы начинаем фармлису. И у нас, скорее всего, будет гангать клинк в лесу. Я не понимаю, как фармить в лесу, потому что тут дебил на клинксе. Походу придется идти во вражеский лес. Иначе никак. И тут происходит First Blood на Legion Commander. Меня тоже почти убивают. Придется пойти фармить крипов больших. Уже большие спауны. К сожалению, уже вторая минута, у меня вообще ничего нету в закупе. Но что поделать? Да,
出血吧，为了剥皮双子。 А так Бластсикер Дус очень хороший герой, и он достаточно быстро может выформить свои айтемы. Самое главное, чтобы все было у вас в лесу хорошо, чтобы вы хотя бы умели немного играть на этом герое. Он вполне несложный. Ну как видите, легко крипы добиваются. Даже на том же Вейс Кинге или на Лафтире лесу крипы будет намного сложнее добиваться. Плюс у вас есть Аджор. Ну как видите, за минуту я смог нафармить себе на перчатку. А если бы я эти две минуты все фармил, ну полторы. Я бы спокойно себе уже выформил половину медаса. Ну, четверть, половину где-то так. Плюс Бладсикер, вот он очень хороший в лесу, тем то, что за него очень можно делать аноним ганги. Он не такие, как множество лесников, он не очень долго стоит в лесу, буквально минут, ну, 8, если вы быстро нафармите медас, если вам никто не будет мешать. Клин все-таки пытается меня тут убить, но я не буду к нему ходить, пусть там фармится, как хочет стоит. Я пойду во вражеский лес. Я闻到了血腥味儿，渴望鲜血，双子指引我，继续搜寻。 Пойду помогу алхимику. Ну вот тут очень легкий килл. Противники все-таки не очень сильные оказались. Клинкса убивают, все очень хорошо. А это значит то, что Клинкс не сможет в лейте нафармиться и... и убивает нашу команду. А у меня уже скоро появится медас. Но это очень долгий, и он, наверное, минуте только на 8 появится, а так минуте на 6, на 6, на 5 уже можно делать спокойно медас. Особенно если вы играете за свет, потому что за свет проще фармить, там спауны ближе. В некоторых местах. Ну главное, чтобы кентавры не спавнились. У них отключается Сларк. Там где-то бегает Сларк, но говорят, надо будет посмотреть. Thank you.
Ото Сларк. У Легион 6 дуэль, мы можем его забрать. Рану дуэль дал. Он бы мог его, в принципе, попытаться застопить, я бы подбежал ему, и он бы дал дуэль. Тут, скорее всего, сейчас будет килл сделан на Скаймаге. И меня тоже убивают. Да. Забайтили нас. Кажется, мне надо будет стоять лесу минут до 13, потому что все очень плохо. Но ганги придется делать все-таки. Сейчас должен рапчер уже появиться. Тогда у меня появится потенциал гангера. Смогу спокойно гангать. Буду полезен для команды. Тут, скорее всего, Легион Командер его не убьет. Ну да. Только если повезет на третий скилл, но он у нее только откатит через 2 секунды. Да. И она умрет, скорее всего. Если у Сларка есть прыжок. Ну да, вот. Нет, она его сможет упереть. Зря, кстати, она делает блинк. Мне кажется, все-таки Шадоу Эйгл бы тут лучше. Потому что если в лейте Клинк сможет уфермить и арчит, она от него тупо не убежит никак. Нет, все-таки убивает. Ну, как я и сказал, 8 минута. Уже готов. Эндов Мидас. И тут мы сейчас убьем Темпларку. Темпларка убита, все отлично. Даем ему лапку. Ну, можно пропушить линию еще. Вот Блатике, вот он даже если ему мешать в лесу, он все равно как бы у него очень хороший урон в лесу. Достаточная выживаемость, аджор хороший. Советую брать этого героя. Даже потому, что у меня было все плохо в лесу, и у меня уже вот меда достаточно быстро появился. Ну, и скоро уже фейз будет, через 1,5 минуты примерно. Надо еще пойти гангануть, что ли? Самое главное в лейте за этого героя слишком не борзеть. Потому что если вы в лейте не сильно нафармили, вы можете и отлететь. Ну, тут мы ее убиваем спокойно. Хотя нет. Мы почти убили. Вот если бы дал тычку, я бы убил ее. Ладно. Лучше больше так вот не делать. Пойду-ка в лесу пофармлю где-нибудь. Алхимика армлет. Ну, фан такой, да, средний у него. Не совсем хороший. Слабоватенько. К нему идет Клинкс. Я без рапчера, к сожалению, помочь ему ничем не смогу. Пойду пофармлю на лед.
Где-то была топор ассасина. Забрать ее, думаю, будет не очень сложно, если мы ее найдем. Вот она. Даже под фонтаном, видите, как могу урон наносит герой. Нет, лучше отбежать. Тут уже нет смысла. Надеюсь, легенка поможет. А, то есть успешный блинк и ультимейт. Все, мы убираем. Неплохо. Скорее всего, сейчас Ларк колебнет. Не успеет зайти. И это будет отлично. У нас будет преимущество. Как минимум по численности. Ну, алхимик у него минутик 23, наверное, будет уже... Нет, раньше. Минутик 20 будет уже... Радианс, но... Надеемся на это. Может и не будет. Главное, чтобы его не гангали там, не убили. Алхимик тоже отлично фармит, как и Бладсикер, но его достаточно легко убить, там у контри достаточно героев. Особенно, когда у него ультимейт заканчивается. Без ультимейта он становится очень слабым. Покупаем книжку. Скорее всего, сейчас надо будет собрать себе Shadow Blade. А лучше Радианс тоже. Или... Нет, всё-таки Shadow Blade. Мы уже уровнем как вражеский мидер. Значит, фарм идет достаточно хорошо. Но так я мог быть уже спокойно и 12-го, и даже 13-го. У меня бывало такое то, что я был на 3 уровня выше мидера. Так, Виндрейджер 5-1. Надо пойти гангануть ее. Еще одно убийство. Наш Райан. Сейчас мы сделаем ганг на Виндрейдж, главное найти. Можно ее поймать, у нее есть форстав. Скорость у нас уже 400. Нет, все-таки она уходит. Ну, при идеальном фарме можно спокойно нафармить себе чуть-чуть по другой сборке. Можно себе нафармить фейзы, мидасы и
скорее всего, ну да, и Маэлстром можно себе сделать спокойно на 13 минуте. У меня много раз так получалось. Это вполне сложно. То же самое, только без топорика, без этого. Но это, менее эффективная сборка. Она более для фарма. А такая более для убийств, там, для каких-то гангов, вот. Тамплар, что у них вообще слабая очень. Главное сейчас не умереть. Крипы ломают башню. 我方下塔已经十万火急。我方下塔已在火海中丧生。嗯。嗯, тут стоит Клинкс, можно его вполне убить. Хотя я не уверен, потому что нет ультимейта. Сейчас полетит Shadow Blade, и мы его убьем. Советники хотят, чтобы напали на Templar Assassin, но мне кажется, это не лучшая идея, так как она под шрайном. Но можно попробовать. Так, Каймак отлетает. Оп. Кидай мне лапку. Бежим, бежим. Да, враги уходят. У них очень большая мобильность. И это достаточно хорошо. Особенно под нашей ультой они же ничего не смогут сделать. Ихняя мобильность превращается. Ничто. Тут снова там Templar Assassin, у меня уже блинк. Кстати, вот каким героем контрили Бластикера, так это можно нюксом. Собирайте просто нюкса блинк, нажимайте Карапаси, когда он вас ультит, и блинкуйтесь. Вам наносит 0 урон, а ему, ну, почти ваншот. Может быть, даже и ваншотнет. Но это зависит от скольки у него хп, там сколько у него хп и от фарма. Сибирская мага, так, Виндрейнджер. Виндрейнджер 6-1 до сих пор. Главное, чтобы она как можно позже информировал Дизоль Аганим. Чтобы он не могла пушить этот Клинкс, допустим. Клинкс хороший пушит достаточно. И это плохо. У них целых 3 пушера хороших. И все 3 с эскейпом. Блинк, Суперстав, и них. Так. Ну, тут, наверное, скорее всего, надо было делать МКБ или Бладторн, наверное, МКБ. Templar Assassin уже 13-го. Нам еще и она очень легко было догнать, она вообще ничего не делает, у нее только блинк в атаре. Она очень слабая в этой игре. Можно, в принципе, поймать. Попробовать. Не
А, я же видел, ну ладно. 5-3 это не такой плохой уж счет. У нас пик достаточно хороший, у нас как бы есть и сильные вот мидер достаточно, ну, если на фарме хорошо. У нас есть фарм герой, ну и неплохой саппорт. Еще один неплохой изи кэ, этот кэри на изи лайне, но у него фарм вообще никакой. Лего неплохая, вот и алхимик. Что там по счету алхимика? А, 5-0. Ну, эту игру мы выиграли. Это понятно. Зря алхимик убил вообще. Снова-то, о, тут уплаки уже дизоль. Ну, топлаки далеко не брать, у него... А, у него есть ТП. Ну, ушла. Топлак какой-то, знаешь, надо закупать себе ТП, когда пушат. Хоть что-то. Так, у Виндрейнджера уже есть обливион став. И скорее всего она подозревает, что я сейчас иду в лесу. Так. Странный чувак. То ли она ФК, то ли она что-то знает. Не ясно пока. Сейчас, скорее всего, будет ТП сразу на низ. Сот ТП Скаймаг. Нажимаю, что-то будет. Опа, у них есть... У них что-то... А, у них, видимо, гем. Или варды. Только я не понял, у кого. Где они там стоят. Вот, варды это плохо уже. Это плохо. Странно. Ну да, где-то варды стоят. Очень глупый спектра. Вот алхимик зря дерется. Он сейчас умрет. Сейчас темплар совсем делает минус 3, но. Ну да, почти. Ну считай, это были 4 килла, то есть. 4. А. У него очень сильный баф получается. Ну да. По голде у него баф больше, на 1000 на целую. Значит, скоро он себе сделал тоже Дедалас. Сейчас кристаллис по нему появится, наверное. Вряд ли она будет делать МКБ себе. У нас фарм все плохо. Он снова начинает фармить. У легионки вдоль 62. Ну для этой минуты нормально. Может было бы и больше, но достаточно. Вполне. Если она еще все армлет делала. Как бы он понадобился. Тут есть Клинкс. Для
Он что взял руну? Шванцы, чирин во. Так, убили курьера. Почти догнали темпларку. Ну, скаймага я хорошо так поймал. Он, считай, сам себя обманул. Ну, тут можно забрать даже. Все, она выйдет. Вот. Лишним не будет. Клинкс вылетает на ТП. Но мы продолжаем фармить. Скорее всего, надо уже пушить, начинать. Враги, потому что уже начинают раскачиваться, как-то покупать все предметы. А у них пик достаточно агрессивный. Четыре дальника. Хорошо, что у них Сларка хотя бы нету. Так, Винтер верно почти что умирает и не дает второй скилл. Ну да, тут ошибка. Соловка, видимо, залагала. Да, вот тут была ошибка. Однозначно. Надо пойти, что ли, МКБ сейчас дефармить и начинать уже ломать им. Ну, вроде пока достов нету. Вот алхимик зря убегает. Могли подраться. Он вполне справился. А у меня сейчас... могут убить. Так, бежим отсюда. У нас все же МКБ. Теперь нам будет проще убить Виндру. Теперь мы хотя бы сможем ее убить. Потому что она уже слишком рассижена. 7-2. Так. У них, скорее всего, там везде варды. Вот тут варды. У них. Все, вроде бы. Хотя я не уверен. 21 уровень уже у темпларки. Хоть и плохой счет, но по закупу вполне нормально все. Хоть ситуация была плохая. Тут делается уже Блаторн. Наполовину сделан, кристалл готов. Остался только Орчит рецепт. Надо как-то их быстрее убивать. У них уже, считай, скоро два сайла будет. Еще скоро будет темпларк всех ваншотить. Да, он у нас вообще большой очень, а еще это без учета пассивки. Пассивка там будет, наверное, урона 300. Окей. Все, я начинаю кушать уже линии. А то мы так можем проиграть, затянув игру. Так, скаймаг донает башню. Надо вот так вот отойти. Все. Идеально. Скоро у них будет уже супер крипы. Скорее всего, нам нужно будет ломать низ, потому что это уязвимое достаточно место у сил света.
Да, у них тут вард стоит. Таки не зря сказал то, что у них везде варды. А вот это он зря сделал. Она может начать даваться. Надо был второй скилл повесить, она бы убила его. Глупая. Это тоже может убить, если мант прожмет. Когда у него там стамп полетит сейчас от Вендри. Да, сейчас стамп будет. Ведь не успели. Бластикеры вообще отлично пустились. Можно еще можно купить дезолятор сейчас. Я думаю об этом. Потому что, мне кажется, придется вообще без крипов пушить, прям под бэкдором. Потому что они очень сильно дефуют, как видите, они борзеют, даже до шип доходят. Не боятся то, что их могут тут убить. То есть они чувствуют себя вполне хорошо на своей стороне. У них в вардах все, видимо. Они бы иначе так не наглели. Так, появилась БКБ. Ну то, что монастром вполне не пригодился, так бы я его собрал. Да, вот сейчас не убивается так, убьют доска, я могу убьют все-таки. Темплер ассасин боковой, так она завязала уже два раза. Мне осталось, по идее, 7 секунд. Союзники понимают то, что надо взломать им уже наконец-то эту башню. Сейчас, ну это три. Сларк умирает от второго скилла. Ломаем трап. Кидаем ультимейт на нее. Убиваем ее. Ну, Пларк тоже можно было убить, но думаю, это лишнее время. Меня почти забрали, не пытались меня забрать. Ну ладно. Это не страшно. Хоть и Бластикер сильный, у него урон, но как бы это за счет первого скилла, а как вы знаете, первый скилл Бластикера дает ему 40% урона и также ослабевает его на эти же 40%. Ну, то есть враг бьется такой же силы, как и вы. Так что сразу при игре против Пуджа и прочих героев, там, нюкеров. Микс Ассасина. Сларка, допустим, какого-нибудь. Хоть и на контрпик Сларку, но он может запросто его убить. Тут догорает Каймак, бежит бедный Клинкс, умирает на удара. Так я люблю. Там. Нам слили курьера. И мне кажется, надо делать уже себе, скорее всего, БКБ. Так, убит. Ну, пусть алхимик эту сторону допушивает, я пойду на другую. Надо пойти им помочь. Сейчас я припомню. Немножко урона не хватило. Пойду добью барак. Вот этот тут. Он вообще бешеный, это еще без дезолятора.
Кстати, кстати, его сейчас взять. Зря я это сделал. Я не умираю. Хорошая стрела. Надо что-то на скорость так взять, скорее всего. Не муншарт, это, наверное. Хотя да, муншарт, наверное. Ну да. Очень сильная скорость атаки. Югман Жалмир можно взять. Да нет, все-таки муншарт, наверное. Но хим, конечно, можно фармить и лучше, но фарм, да, нормальный, нормальный вполне. Делает он себе почти Абиссал. Легион Командер. Так, Тараска. Вот это он зря Тараску делает. Тараска вообще бесполезный предмет на этого героя. Никогда не собирайте Тараску вообще на этого героя, не думайте. Пока не сделайте Кирасу и Дизоль. Или хотя бы Дизоль, не знаю, просто. Тут убивает двоих. Очень легко достаточно. Так. До сих пор нету Микки. Госсептор сделался, я не знаю зачем. От Кингсин спасает вроде. Но легионка вообще очень легко контрится, ульта контрится обычным госсептором. 700 урона по крипам. Блин, канулось. Надо забрать свой муншарт. И пойти сносить, наверное. До ту сторону. Сначала шарм сломать. Желательно. Да, очень большая скорость атаки, не зря купил. Угу. Дасты. Да, меня убивают. Так, дасты купили. Поздно они, конечно, об этом подумали. 38 минута. Ну, да, что-то я не рассчитал. Не знал, что у них дасты. Зато шрань сломал. А чё он не ульту не нажимает? Непонятно мне. Много это. Еще остался чем-то видел. Колбу нажми. Нормально забрали. У легионки в дуэли что-то мало очень. 39-я минута, у нее только 30 урона прибавилось за все время. С 23-й минуты. Тут сгорает щит. Там прослась он ловит. Фокусят. Так, убивают. Скаймага тоже убивают. Клинкс вот убежал. Да, зря это сделал Легион Командер, она сейчас умрет. Нет, не умрет. Да, умрет. Почти. Ее выхиливает интроверно. Да, но, мне кажется, они их не убьют его. Все-таки забираю. Так, алхимик достаточно силен в этой игре. Выжимаемость, видите, какая хорошая, у него вот уже 6 слотов. Уже вот 7-й делается муншарт. Надо последнюю сторону доломать. Зай,
Возможно, если был бы Сларк, он вытащил, хотя... Ну да, мне кажется, он, по-моему, нормальный был. Вначале он хорошо играл, мне кажется, они бы вытащили. Просто алхимик хорошо фейлил. Ну, я достаточно. Лего хоть и плохо играл, но выформил нормально. Ну да, он Темпларку может убить спокойно. Боже. Все, ГГ, 20-41 минуту, но могли бы раньше закончить. У них герои были очень слабые. Сларк, там вот, мне кажется, он не подходил тут под пик. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо, дорогие друзья. Всем пока-пока.